«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Спорт. Спорт. Спортивная школа. Спорт мектебе. Спортивная школа. Спорт мектебе. Здание кинотеатра «Победа» в Уфе планируется отдать под спортивную школу. Жену кинотеатр бинасын спорт мектебіне беру планнаштырыла. Здание кинотеатра «Победа» в Уфе планируется отдать под спортивную школу. Жену кинотеатр бинасын спорт мектебіне беру планнаштырыла. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».